Итак, дорогие друзья, внимание! Пятый юбилейный учительский бал объявляем открытым! Первый бал учителей для Ксении Сапегиной и уже первая награда в номинации «Золотые возможности» как молодому педагогу с большим потенциалом. Окончив в этом году Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, сразу устроилась преподавателем в школу Осинского района. Я люблю детей и очень люблю иностранные языки, и хочется поделиться своими знаниями с детьми. Детей заряжаешься энергией, получаешь новые эмоции, и тем более... Много интересного, много нового. Второй класс у меня, они начинают только английский язык изучать, и уже есть кое-какие успехи. В этом году бал золотой. Золотой фонд профессионального сообщества, золотые руки, золотые слова. Да и золотой век литературы как нельзя более органично вплетается в канву мероприятия. Цитаты классиков и образы литературных героев. Теперь это событие, которое проходит при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, можно с полным правом назвать традиционным. Не очень приятно еще раз всех поздравить, потому что это замечательная традиция. Мы собрались с учителями Чайковского, Осинского, Еловского и Бордымского района уже пятый раз. Учительский бал – это хорошее мероприятие, где мы подводим итоги, отмечаем лучших наших передовиков, с кого надо брать пример, и самое главное – формируем планы на будущее. Мне кажется, что это мероприятие стало родным, любимым для всех учителей. В этом году приехало около 500 лучших учителей из 4 районов. Совместный танец полонез на сцене как символ возвышенного характера праздника и единения. Сразу видно, что бал ждут, к нему готовятся. Даже платье шьют специально. Мне кажется, что вот это то мероприятие, где реально есть какое-то чувство душевности. Оно очень теплое. И вот мне всегда казалось, что для сельского учителя то, чего не хватает, это теплоты и праздника. И после первого же бала мы поняли, что вот это тот формат, который нужен им, а не навязан. Это тоже очень важно. В ходе торжественной части вручили 59 личных номинаций и 12 командных. Отметили ветеранов педагогического труда, самых активных родителей и лучших управленцев образовательных организаций. Именно благодаря этим людям образование в Пермском крае считается одним из лучших в стране. Валерия Ермакова, Тимофей Салов, телекомпания «Ветта».